Как попасть на Марс? Если вы хотите отправить аппарат прямо к Марсу, во-первых, вам придется выбрать ракету-носитель для преодоления гравитации. Чем тяжелее космический аппарат, тем более мощный носитель необходим. Далее убедитесь, что запуск запланирован в правильное время. Марс и Земля вращаются вокруг Солнца на разных скоростях и расстояниях. Иногда они очень далеки друг от друга, а иногда достаточно близки. Примерно раз в 2 года планета оказывается в идеальном положении в плане расхода ракетного топлива. Это важно. Полет занимает почти 400 миллионов километров. Наконец, хорошенько прицельтесь. Нельзя отправлять ракету туда, где Марс находится во время запуска. Нужно тщательно рассчитать траекторию. Это очень похоже на пасное опережение в футболе. Также придется внести некоторые поправки уже во время полета. Если все пройдет хорошо, вы достигнете Красной планеты через 7-8 месяцев. А вот посадка на Марс — совсем другая история.